Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 205. Прочитайте записи и объясните их смысл. Итак, читаем. Москва минус 2 градуса. Это значит, что в Москве 2 градуса холода. Следующее. Калуга минус 8 градусов. Это значит, что в Калуге 8 градусов холода. И последнее. Тверь плюс 3. Это значит, что в Твери 3 градуса тепла. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.